Новогодні баль маскарад для вучнёўскай і студэнцкай моладзі завіраваў у Гродні. 33 пары юнакоў і дзяўчат з усёй Гродзенщыны закружыліся ў вальсе ў залі абласной філармоніі. Сярод галоўных герояў – школьнікі, вучні установ професійнай адукацыі, студэнты вышэйшых навучальных установ. Усе разам яны гонар рэгіёна. Адораная і творчая моладзь, пераможцы інтэлектуальных і спартыўных спаборніцтваў, актывісты валанцёрскага руху. Белы баль, які ладзіцца ў межах рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці», праходзіць у другі раз. Сёлета з улікам мер бяспекі, а таму ў мерапрыемства з'явілася прыстаўка «Маскарад». Напердадні ўдзельнікі актыўна рэпеціравалі. Распарадчыкі падрыхтавалі вялікую забаўляльную праграму і творчыя нумары ад артыстаў абласной філармоніі. У якасці асноўнага дзейства белага балю – танцы. Вальс, польска, паланэс і мазурка. Первый раз на этом балу, нам очень нравится, и это необычное такое чувство какой-то сказки. Я всегда мечтала на таком попасть и даже не думала, что мне попадется такая возможность. Сегодня вот в первый раз я вот в таком официальном костюме, и я прям почувствовал то, что я сначала думал, что мне не идет, а сейчас вот смотрю на себя в зеркало и думаю, какой же я красавец на самом деле. Вот. А сейчас хочу сказать, вот мы когда фотографировались, девушка за нами стояла и комментировала парней в плане того, что они тоже красавцы, и задавалась вопросом, почему они также не ходят сейчас вот каждый день. С правилами светского этикета, истории и европейскими традициями юнаки и девчаты, удельники новогоднего мероприятия, познакомились загодя. Дякую чему вся атмосфера свята дотягнула максимальной урочистости. Девчины у бальных сукенках, их кавалеры у черных костюмах с белыми элементами. Для некоторых, до прикладу гродинских кадетов, что закружились у танцы на белым бале, подобный опыт не первый. А для большинства это пригожая каска, якая, дякуючи дорослым, запомнится надолго. Это, конечно же, лучшие из лучших. Это 33 пары, которые приехали и представляют весь Приниманский край. И они сегодня являются элитой нашего общества, элитой молодежи. И являются примером для того, чтобы показать, что усердие, стремление к познанию, совершенствование над собой дают результат. И этот результат может достигнуть каждый из нас. Адзначым, што напярэдадні каляд і новага года прадстаўнікі Гродзенщыны яшчэ стануць удзельнікамі рэспубліканскага балю. У сталіцу запрошаны студэнты, навучэнцы і старшакласнікі з Прынёманскага краю, якія дабіліся асаблівых поспехаў у вучобе, творчасці і спорце, навуковай і грамадскай дзейнасці. Як вядома, у спіс лепшых уключана 13 прозвішч.